друзья. Как вы думаете, что это такое? Какие есть догадки? Это он. Это томленый апельсин. Этот супер сюрприз. Супер, как говорят французы. Вот такой вот томленый апельсин. Смотрите, какой он, да? И пришло время реально узнать, что это вообще получилось у нас. Ароматика космическая. Как вы видите, он тоже стал коричневатым. То есть томление, чтобы понимали, не бывает светлым. Оно все время такое кремово-коричневое. И теперь мы пробуем наконец-то, что это такое. Он стал, знаете, такой вяленый. Смотрите, у него появилось как камедь у сыров. Видите, такие белые штучки? Это значит, откальцинировалось что-то. Сейчас мы это дело все попробуем. Он стал вяленый. Такое ощущение, что он как мармелад. Знаете, какой вкус? Легкая горчинка. И когда-нибудь сухие ананасы кушали? Ой, апельсины. Вот чем-то похоже. Так что, друзья, экспериментируйте. Не стоим на месте. Русская печь. Крутая штука.